Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Когда-то Сергей Бодров в роли Данилы Багрова произнес фразу в фильме «Брат 2» Алексея Балабанова «Сила в правде». И тут не прибавить, не убавить. И по-другому, казалось бы, не сказать. И все равно, проживая дальнейшую жизнь, этот вопрос все равно возникает в каждом из нас, возникает в обществе, возникает в жизни, в мире. В чем сила? И этот вопрос, он очень агрессивен. Я не люблю слово «сила». А вот в чем толк, в чем суть, наверное, ближе подошло бы к тому, чтобы понять, так в чем сила? Потому что слово «сила» – воинствующее слово. И если бы найти и этому слову синоним более миролюбивый, наверное, было бы нам легче рассуждать. Но я хочу сказать, что сила в дружбе. Часто мне задают такой вопрос, так в чем сила, брат? И я говорил, сила в друзьях. Только где их найти? Как их найти? Каким образом обнаружить, что именно он друг, она подруга? Что они надежные люди в твоей жизни? В жизни каждого из нас отдельный. Я не буду обобщать. Потому что, почему, когда я вдруг обнаружил, проживая свою жизнь вне профессии, и особенно на чужом пространстве, я начинаю понимать, как мне необходим близкий человек, который меня примет днем и ночью, который поймет меня всякого, пьяного и трезвого, который протянет мне руку помощи даже тогда, когда ему самому трудно, тяжело, который положит тебя спать в любое время суток, который действительно не бросит тебя в пути. Спасет тебя лекарством, вниманием, даже, может быть, даст тебе по башке. То есть дружба-спаситель. Мне кажется, в этом сила. Хочу просто к этому добавить, потому что так быстро и легко на этот вопрос не ответить. Не хочется быть кликушей, демагогом или каким-то гуру, мессией. Мы простые, смертные, временные люди на этой земле. Но у каждого из нас есть земля, есть кладбище, есть родильный дом, есть мать, отец, есть корни, есть исход. Не побег, не исчезновение. Я уже подкрадываюсь к слову предательство. Мне кажется, самое великое преступление и самый тяжелый поступок или проступок – это предать близкого человека, предать свою землю, предать свой дом, родных, близких, предать себя. Вроде кажется, я думаю иначе. Думайте, как хотите, но только обязательно надо понять, а почему я произрос именно здесь? Почему вот так? Космическая, вот это бездонная бесконечность тебя приютила именно в этой точке Земли. Это так важно. В последние годы я живу по принципу трех понятий. Я об этом уже не раз говорил, но здесь специально хочу отметить и подарить вам эти три позиции. Знаете, как это говорят, земля на трех китах. И у каждого из нас есть некие правила, которым мы хотим соответствовать. Может быть, не то, что мы их выполняем, но соответствовать. Терпение, жертвенность и непредательство. Долго расшифровывать, но под этими тремя понятиями я сегодня себя и сохраняю, тружусь. И хочу оставить всего себя самого в своей многострадальной, многовековой, уставшей, но очень мечтающей,
моей родине. Чего я вам желаю?